Альтернативное телевидение, при нем Михалыч. О погоде, которые говорят нам синоптики на 4 сентября. Всем, кто нас смотрит, самого главного вам в этой жизни – здоровья. По республике местами небольшие дожди по юго-западным районам и крайнему югу республики. Местами умеренные дожди. Днем возможны грозы. В утренние часы туманы. Ветер восточный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха. Северные районы Муйский и Курумканский ночью плюс 1-6 по Баргузинской долине до плюс 12, а днем 19-24. А по крайнему северу, востоку до плюс 16. Центральные районы это Хоринский, Заиграевский ночью плюс 8-13, днем плюс 20-25. Южные районы Кяхта-Джида ночью плюс 9-14, в горах юго-запада плюс 1-6, днем плюс 22-27. Наша обожаемая столица, днем увеличение облачности. Преимущественно без осадка, ветер восточный 9-14 метров в секунду. Температура ночью плюс 12, максимально днем плюс 24. Атмосферное давление существенно не изменится и будет в пределах 714-716 миллиметров ртутного столба. В сентябре 1909 года в книжных лавках Верхнеудинска поступила книга Лоция и физико-географический очерк «Озеро Байкал». 450 страниц, между прочим. Под редакцией генерал-майора Дроженко, ФК. Здоровья и удачи во всех ваших делах. Ваш Михалыч, любящий вас и работающий вас. АТВ. Всего доброго.